Жители Петропавловска не могут получить водительские права. Как оказалось, установленная в спеццоне компьютерная система устарела. По словам чиновников, техника безостановочно работала с 2014 года и теперь не справляется даже с минимальной нагрузкой. Чтобы сдать экзамен, курсантам приходится выезжать в Кокшетау, Кустанай или в Нур-Султан. Проблемы начались около месяца назад. Местные исполнительные органы уже распорядились заменить старые компьютеры и датчики GPS на тренировочных автомобилях. Оборудование начало давать периодические сбои. Организация, которая по обслуживанию оборудования, мы должны все понимать, ведет совершенствование, цифровизация. Оборудование устарело, запасные частей, сразу хотелось отобразить, оборудование было завезено из Кореи, то есть это не местного производства, запчастей на него не было.